17 числа вечером поступил к нам ребенок 9-летний, был доставлен из Беляевской ЦРБ, куда он попал с места происшествия. Он шел рядом с дорогой, и из грузового автомобиля на него выпала металлическая деталь, ударила ему по голове. По словам врача, жизни ребенка на данный момент ничего не угрожает. Диагноз у него – открыточерепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей свода основания черепа. Сейчас состояние его стабильное, потому что здоровью, жизни пока что его ничего не угрожает. Мальчика сначала доставили в местную райбольницу, потом перевезли в детскую областную. Ему была оказана врачебная помощь на месте, в центральной районной больнице. Была зашита рана на лбу, проведена компьютерная томография головного мозга. Он был обследован, осмотрен хирургом-травматологом. И после того, как состояние его было установлено как стабильное, он был отправлен в нашу больницу. Ребенок был обследован. Анализы у него были набраны, была проведена ревизия раны на лбу, оценка тяжести состояния и назначено лечение. В данный момент состояние здоровья мальчика врачи оценивают как средней тяжести. Прогнозы благоприятные.